Вася включил, понятно. Доброго времени, дорогие наши люди, затратные наши нелюди, бесценные мужчины и женщины, всем, кто нас видит, слышит и ощущает. Сегодня у нас четверг, рубрика «Мозгоёга», тема у нас «Выбор», но выбор сегодня у нас такой, заявленная тема была, да, «Человек и вертухай». Вот, к этой теме как раз и сегодня и подойдем. У нас еще будут, да, Юрий Иванович, спикеры, кто будет выступать там хотели. Кто хотел выступить и писали Юрию Ивановичу, поднимите руки, чтобы мы тоже включили, так сказать, в повестку дня. Вот. Александр, кстати, есть или нету? Так, значит, я только что мне звонил Андрей. Он просто не может, пытается, говорит, не могу принять участие. Я говорю, у тебя Zoom установлено? Нет. Ёпта, так установишь, тогда сможешь. Вот. Хочет нам тоже поведать нюансы отсидки. Вот так вот. Вот. Поэтому, значит так, желающих выступить нет. Но сегодня у нас кто заявлен? Антон, герой нашего прошлонедельного романа. Ну, тот, который паспорт отобрали, который у Володи с Берегова был. Он заявлялся. Потом Костя. Так, упомянем мы сегодня о Юре Любарском. Вот. И есть еще такой тоже у нас товарищ Николай Легкий. Многие его знают, а многие не знают. Ну, не страшно. И его затронем, потому что это все сидельцы. Сидельцы. Ихнее мнение тоже интересно. Так, ну и рассмотрим сегодня пару документиков. Вот. Константин выведет на экран. Покажем, расскажем, чем предлагают сидельцам заняться. Свободное, так сказать, от сидения время. О, как-то так. Хорошо, давайте тогда начнем с... Значит, у нас три докладчика получается. Андрей, вот только что зашедший, Костя и Алексей. Давайте пока так. И начнем. Андрей, включай микрофончик. Только следи за звуком, чтобы рядом не было там какого-то эхо, шмеха. Нет, я все включил. Нет, все. У меня все остальные включены, кроме... Вот смотрите, ребята, давайте разберемся с момента, с того, что, как... У нас человек и вертухай. Да, тема? Да. Может ли быть человек вертухаем и вертухай человеком? И кто такой вообще вертухай? То есть, вот смотрите. Вертухай кто такой? Это тот, кто стоит, следит за порядком, не выходя за зону. А есть еще дубаки. Подожди, Андрей, ты обозначь. Так, нет, я не выхожу из темы. Так, Юрий Иванович, я не выхожу не. Из темы. Я пытаюсь Андрей, свой опыт обозначь. Опять эхо идет, Андрюх. Вот, вот я хочу об этом сказать, что вот все идет с обозначения. Есть, обозначь как, свой опыт. Сидел ли ты? У меня было 10 приводов в суд по уголовным делам. Плюс 3 еще гражданских. И я ни разу не имел ни одного, ни одной судимости благодаря своей осознанности. То есть ты даже, не первоход, но закоренелый рецидивист. Да? Судя по приводам. Но ни одной реальной судимости. Ребята, как так? У тебя нет ни одной реальной судимости, но ты столько раз судим. Да, говорю? А вы так сможете или нет? Никто с этим не соглашается. Слышишь, о статьи, которые тебе инкриминировали? Там у меня много статей. Говорит об этом, есть уголовный, есть гражданский. Ну, гражданский. Дело в том, что как, сейчас у меня идет гражданский, сейчас черная эта рубашка, она вообще зависла, она не знает, как себя вести.
что сносишь с нее столько материала, что мама там не горюй. Вот. Mm-hmm. Она нарушила присягу свою судейскую, там свои собственные законы, которые она пытается защитить. То есть все она нарушила. И сейчас ее поведение неосознанное. Юрий Иванович, вы поймите одно, что вот вертухаи, вот эти вот, вот это вот и есть вот эти вот. Они судят кого? Они судят физических лиц. У нас физические лица написаны в паспортах, но не мы. Мы не можем отождествлять себя вот с этими вот физическими лицами.